Уважаемая администрация города Волгоград, Марченко Владимир Васильевич, мы хотели показать, что у нас в стране работают потрясающие организаторы. Все причастные ведомства, которые ради концерта, который ждут тысячи людей, помогли мне добраться до аэропорта вовремя и успеть на следующий государственный концерт. Рейсы: Волгоград-Москва 21:25, Москва-Ноябрьск 9:45, Москва-Салехард 3:15 были единственными возможными. Насколько большая забота организаторов, чтобы артист вовремя приехал к любимым слушателям в разные города, которые так долго ждали этого дня и этот концерт. Мы ни в коем случае не хотели доставить неудобства людям, которые помогли мне в этой ситуации. Я, Сайдалиева Анна Вячеславовна, Анет Сай, приношу свои искренние извинения от себя и от всей своей команды за опубликованное видео.